Оказался не самым теплым с точки зрения погоды, а вот в футбольном плане очень даже жарким. Не знающий поражений Даймок-2 встречался с Адилятаром и победил 6-2. Причем подопечные Халимбекова вновь прибавляют в концовке, что говорит о хорошем физическом состоянии команды. Даймок-2 первым в чемпионате забивает 100 голов, их средняя результативность больше 6 мячей за матч. Десятилетка и Аль-Акса также выдали результативную игру, причем в этом больше преуспели первые. 8-2. Мухтар Дубачев пока не проигрывает в качестве главного тренера. Лучшим игроком матча признан Абдулгаджиев Джамалдин, который оформил хет-трик за десятилетку. Матч тура, несмотря не на самую футбольную погоду, собрал приличную армию болельщиков как с Чеченской Республики, так и с Дагестана. Восток, ведомый Лечи Ахмедовым.